У нас все молодые композиторы. Я хотела бы вспомнить об одном татарском композиторе, который очень рано ушел из жизни в 91 году, Хусаин Кужалиев. Все вы помните его по телевизору, кто в старшем поколении, была группа Назарова. Танец маленьких утят, быть похожими. Самый толстый бегемот, сам танцует, сам поет. Вот это был Костя Кужалиев. Он очень много, мы с ним работали, писал татарских песен. И сегодня у нас замечательно, что у нас есть такой союз композиторов. И замечательно, что вы сегодня пришли, вы поддерживаете нас. Вам аплодисменты! Я хочу исполнить песню Хусаина Кужалиева на слова Назифы Каримовой. Бахидельның камышлары. С группы Медина Нурия Мухаммеджанова, Альфия Юсупова. Айдалис. Камышлары. Можно танцевать. Бищеляри не баран, да? Эдакс, пенелеп. А я вам немножко расскажу. 11 марта здесь же у нас будет большой праздник, где можно будет, нужно будет всем танцевать и петь вместе. Калфактуя. Вот там уже билеты продаются. Будут подарки. Подарки очень хорошие. Я вам расскажу, какие. Будут молодые артисты петь. Мы будем с девочками петь. Будет у нас дефиле модного дома Ира, да? Вот посмотрите на девушку. У них совершенно дешевые, кстати, платья, вот они привезут. Можете потом посмотреть для себя и выписать. Модных, красивых женских уборов, калфактор и кулинарные изделия. И вот тут у нас девушки, которые уже прошли в финал, конкурс невесток, финалистки. И мы будем отбирать самых лучших с вами. Так что, пожалуйста, приобретайте билеты и приходите 11 марта в 4 часа. Хорошо? Мы вас ждем. Балдама? А вы дальше вам шары. Yeah.
Вот, молодцы, друзья.